знаешь, мне нужно было сейчас в детский магазин зайти, купить колготки. Я чисто случайно попала в Универсам. Знаете, вот он прям, ну прям совковский. Вот как будто я попала в 90-е годы. Сейчас я охерела, извините за мой французский, от цены. Посмотрите. Смотрите, вашему вниманию представлены туфельки. И сейчас не падайте в обморок, цена. Нормально вообще, нет? А такие надо туфли, нет? За 24 500. Практически лабутен. Ну, чтобы вы понимали, это вот такой магазин, ребят. Ну, как бы, что за цена-то вообще, что с ума сошли? Продавец сидит, YouTube смотрит канал. Просто цены, я в ахрене. Я даже знать не знала, что такие магазины еще существуют. Представляете? Оказывается, все есть еще. Стопроцентная вон хендмейд Италия. Красивое небо голубое. Классно. Я решила сегодня гулять. Как раз снег с крыши падает. Снег башка попадет. Я вот решила почему-то прогуляться сегодня. Но сегодня такой весенний воздух в Москве. Просто нереальный. Неохота сидеть в машине, хочется гулять. Бесконечно. Красивое небо голубое. Классно. Я решила сегодня гулять. Как раз снег с крыши падает. Снег башка попадет. Я вот решила почему-то прогуляться сегодня. Но сегодня такой весенний воздух в Москве. Просто нереальный. Неохота сидеть в машине, хочется гулять. Бесконечно. Сейчас идет очень интересное голосование за памятник. Кому его поставят? На Лубянской, Невскому или Дзержинскому? Знаю, что в голосовании участвуют сейчас люди очень активно. Уже там, я не знаю, 200 тысяч человек точно проголосовало, и голосование еще идет. Если вы хотите услышать мое мнение, за кого я, то, на мой взгляд, конечно, короче, я за Невского. Объясню, почему. Потому что в любом случае Невский у меня всегда ассоциируется, но он мне больше импонирует, чем Феликс. Все равно вот Невский у меня ассоциируется с мужеством, с победой, с независимостью. После его битв, но Родина всегда возвращалась, всегда возвращала свои земли, ну, или, там, не знаю, отражала нападение. И все события, связанные с Дзержинским, да, это сплошной какой-то раздор и лишение, абсолютно лишенные смысла кровопролития. Ребят, в общем, сейчас идет голосование, решать вам, точнее нам, судя по тому, как идет голосование, мне все очень нравится, поэтому продолжайте голосовать. Готова к съемке. Немножко, минутка самолюбования на темпе. Аппаратная, ну поговорите уже с нами. Тань, давайте выходить, все, мы готовы. Владуська, пойдем. Зрители сели, встали. 13-я страница. Побежали. На завтра будет мини-поездочка, очень интересная. И вот
Кое-кто сразу собрался с нами. Цветусь. Берт, а ты не помещаешься? Вот давай, еще вторая часть есть. Давай. Ложись сюда, Битюнь. Ты что, с ума сошел на кровать? Ну-ка, кыш. Мама. Кыш давай отседа. Берти. Ну-ка, быстро слезай. Я тебе сказала, в чемодан прыгай, а не на кровать. No. No, sir. Hey, you can't be doing that to Harvey.